То, что сейчас есть отставки губернаторов и будут в ближайшее время, не говорит о том, что происходит в элитах какая-то эволюция в региональных. Смена элит в регионах происходила постоянно. Просто когда-то это были выборные процессы, потом это были назначения, приходили новые люди, новые команды. Сейчас это будет идти точно так же, не какими-то более ускоренными методами. Единственное, что поскольку есть такая тактическая необходимость в 17-18 годах расчистить поляну под госдумские и президентские выборы, и не допускать их слияния с большим количеством губернаторских и ЗАГС собраний, то значит, какая-то часть губернаторов будет досрочно складывать полномочия и избираться в ближайшие годы, то есть в 14-15 годах. Поэтому здесь какое-то будет небольшое столпотворение на губернаторских выборах, но мы его все благополучно переживем, все будет нормально.